Лето – пора отпусков. Для жителей Крайнего Севера отдых в благоприятных климатических условиях просто необходим. И если раньше все беспрепятственно могли перемещаться по миру и стране, то теперь неизменным условием для отдыха становятся ограничительные антиковидные меры. Где и как отдыхают жители округа, какие меры безопасности введены на курортах, расскажем в следующем сюжете. Несмотря на пандемию коронавируса, границы с другими странами, куда можно поехать отдохнуть на морском побережье под жарким солнцем, открыты для россиян. Ситуация на рынке туриндустрии достаточно привлекательная. Граждан России принимают порядка 50 стран, но вот попасть можно далеко не во все. Страны, куда фактически могут россияне поехать, то есть те, которые открыты властями Российской Федерации, их на сегодняшний момент чуть больше десятка. Ну, основные среди них – это пляжные направления, но в то же время есть и другие страны. Ну, то есть, например, там Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция. А среди пляжных направлений также есть Кипр, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Турция, Египет. То есть, достаточно большой перечень стран. Ну, опять же, он не сравнится с тем, что было раньше. Из достаточно небольшого списка стран, где можно отдохнуть, на сегодняшний день большинство северян отдыхают на побережье Турции. Мы с ними связались и узнали, как обстоят дела на курорте. Тур в Турцию у нас был запланирован на июль 2020 года, но его перенесли на этот год. В 2 суток до вылета мы сдавали тест ПЦР, его проверяют при регистрации на рейс. При заселении в отель наши чемоданы прошли обработку. Обязательное ношение маски только в ресторане отеля и за пределами отеля. Весь обслуживающий персонал ходит в масках, а также персоналом обрабатывается вся мебель и все столы после каждого посетителя. Вся анимация работает, спортивная анимация, детская анимация, вечернее шоу, это все работает, но нет дискотек. А так Турция такая же солнечная, гостеприимная. Вот так с комфортом и при этом соблюдением всех антиковидных мер отдыхают наши земляки на побережье Турции. Черноморское побережье России также пользуется популярностью у жителей округа. Мы поинтересовались, как там обстоят дела с отдыхом. В этом году мы отдыхаем в городе Анапа. По приезду у нас ПЦР-тесты попросили только при заселении. В целом отдых проходит более-менее хорошо. Погода прекрасная, море теплое. Единственное, что есть очень много людей, которые не соблюдают ковидные меры. Ни масочный режим, ни социальную дистанцию. Кафе, клубы, бары – все работает, но только на верандах. В заведениях ничего не проводится. Торговые центры также работают. А мы напоминаем, что жителям округа, прибывающим из-за его пределов после летних отпусков, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции, либо сертификат о вакцинации. В аэропорту Наринмара, а также в ряде населенных пунктов округа работают посты эпидконтроля. Василий Хатанзейский, Елизавета Кабанова, Антон Выдряков, телеканал «Север».